Привет, друзья! В этом видео очередная подборка аниме-игр для ваших ПК. Но перед тем, как мне начать, хочу поделиться со всеми вами некоторыми способами заработка в интернете. Потому как деньги еще никому не помешали, а где их взять, узнаете из видео, которое найдете, нажав на подсказку или ссылку в описании. Да, я еще позаботился о том, чтобы вы могли приобретать лучшие аниме-игры со скидкой. Короче, вся инфа есть в описании под этим видео. Думаю, теперь к просмотру вы готовы, поэтому, как по традиции, тыкнули на лайк и поделились этим видео с другом или подругой. Битва за справедливость продолжается, но на этот раз масштаб и ставки возрастают до небес. Встречайте игру, основанную на популярном аниме-сериале, где ваши любимые персонажи соберутся вместе и сразятся на арене против друг друга. В вашем распоряжении будет 40 играбельных персонажей, которые позволят на полную раскрыть ваш боевой потенциал. Создайте команду своей мечты с вашими любимыми героями или злодеями. Комбинируйте приемы и покажите, кто здесь главный. Игра порадует улучшенной графикой и расширенным списком бойцов, которые оценит каждый фанат оригинальной аниме. Переживайте незабываемые бои и культовые сцены с любимыми героями. Да пребудет с вами справедливость! Шимуе 1 и 2 – это приключения с боями в стиле джиу-джитсу, слежкой, ролевыми аспектами, мини-играми и QAT. Игра стала одной из первых игр с открытым миром, где были реализованы смена дня и ночи, погоды и социальные составляющие. Сюжет игры начинается с того, что главный герой становится свидетелем убийства собственного отца. Путь мести ведет его сначала в город Йокосука в Японии, а затем в Гонконг, где он повстречает учителей, которые обучат его боевым искусствам и прольют свет на тайну смерти отца. Шимуе 1 и 2 – это долгожданное переиздание классических консольных игр, которые стали прародителями многих элементов игр будущего. Это затягивающее приключение, которое не оставит равнодушным любителей хорошего сюжета и захватывающего геймплея. Узнайте тайну смерти отца Рио Хазуки и отомстите убийцам в переиздании Шимуе 1 и 2 на ПК. История Мегамена настолько масштабна, что ее не удалось поместить даже в 10 игр. И это можно понять. В конце концов, зло существует всегда, а герои вынуждены бороться с ним до скончания времен и еще пару часов после. Нашему герою покой только снится, а ему словно бы это и нравится. Не сидеть же за виртуальным ящиком да пялиться в рекламные таблоиды. Да и костюм, знаете ли, не из дешевых. За ним нужен уход. Но самое главное, Мегамен не того характера, чтобы спокойно поливать свой огород на семейной ферме. Мегамен 11 – это продолжение знаменитой серии, которая благополучно переехала на консоли нового поколения, да еще и почтила своим присутствием ПК-игроков. Перед нами настоящий представитель серии в формате Next Gen, что придется по душе как новичкам, так и бывалым геймерам. Многопользовательская онлайн-игра, действие которой происходит в недалеком будущем. Она позволяет собирать отряды из персонажей любимых аниме, объединяясь в группы по 2-4 человека. По сюжету происходит слияние мастера мечей и ускоренного мира. Главные герои Юи и Кирита находились в определенной реальности, когда получили уведомление о необходимости покинуть игру. Не успев выполнить требования, персонажи были атакованы черным роботоподобным существом. В творящемся хаосе пропадает Юи, и для спасения Кирита придется противостоять королям чистого света, самым сильным игрокам файтинга Брайан Бёрст. Японская экшен-игра имеет активную боевую систему и поддерживает режим полетов. Из персонажей ускоренного мира в воздух может подняться только Silver Crow, в то время как другие игроки способны неограниченное количество раз совершать высокие прыжки. Второй способ передвижения оказывается не менее эффективным, поскольку имеет большую скорость. Персонажи мастера мечей онлайн обладают крыльями и поддерживают несколько режимов полета. В частности, могут ускоряться, планировать или выполнять воздушные пируэты. Persona 4 Golden – это Action RPG, события которой разворачиваются в вымышленном сельском городке Инаба в Японии. Несмотря на смену декораций, после большого города из предыдущей части, игра не утратила масштабности и активности. Вам предстоит сыграть за старшеклассника, который на год переехал из крупного города в сельскую местность, но без приключений не обошлось. Главный герой оказывается втянут в расследование убийств и неожиданно получает способность вызывать особых магических сущностей, носящих имена древних богов, демонов или героев. В мире игры их зовут персоны. Игра порадует продуманной боевой системой, интересными диалогами, уникальным визуальным стилем и точно переданным повседневным бытом обычного японского школьника. Откройте себе героя вместе с Persona 4 Golden.
Сюжет игры разворачивается в огромном фэнтезийном мире. Главной героине по имени Ияна предстоит нелегкий путь с благодарной целью спасти все, что она знает от разрушений. Во времена странствий ваши протагонистки встретятся разные существа, дружелюбные и не очень. Кто-то примкнет к отряду, а с другими предстоит вступать в жаркие схватки. Бесстрашная Ияна выросла в пригороде вместе с отцом. Вся ее жизнь встает с ног на голову, когда деревню внезапно атакуют. Неизведанная мощь просыпается внутри юной девушки и жаждет справедливости. Проведите героиню сквозь хитроумные сюжетные повороты, чтобы разобраться в происходящем и восстановить справедливость. Механика боев построена на реал-тайм сражения. Чем выше вы отточите ваши скиллы, тем динамичнее будут схватки, а противники будут буквально разбегаться в разные стороны, только завидев вашу команду. Визуальная часть игры вдохновлена мифами и преданиями из различных культур, поэтому многие герои выступают отсылками к божественным древностям. Игра One Price Пираты Вариус 4 родилась в результате объединения героев одной вселенной One Price и серии Пираты Вариус. В итоге мы имеем ураганный боевик, где атаки вздымают клубы дыма, а накал страстей заставляет ладони потеть. Таких сражений нет в других сериях. Станьте частью мира истории про пиратов и исследуйте его вдоль и поперек. Игровые события построены на мотивах одноименного аниме-сериала. Для фанатов это настоящий подарок и переосмысление происходящего в анимационных эпизодах. Играйте за любимых героев, побеждайте полчища врагов, тестируйте новые приемы, составляя из них сокрушительный шквал неотразимых атак. На фоне схватки рушатся ближайшие здания. Вот на такую мощь способны герои приключения. Сражения, чтобы щепки летели во все стороны. Так можно охарактеризовать стиль сражения One Prince Pirates Warriors 4. Игра определенно понравится тем, кто предпочитает экшен долгими диалогами. Битвы собраны в единую сюжетную линию, нехитрая история про пиратов проста для восприятия и не перегружает мозг информацией. Визуальная часть серии, как всегда, на высоте. Сочные цвета и зрелищные эффекты цепляют взгляд и заставляют сердце биться чаще. В игре вам предстоит познакомиться с историей знаменитого Сайяна, известного под именем Кокорот, который пройдет через все ключевые моменты грандиозной саги, познакомиться с верными союзниками и сразиться с могущественными врагами. Драконий жемчуг Z обещает раскрыть многие тайны вселенной, которые давно занимают умы поклонников. В дополнение к истории Кокорота в сюжет игры будет включена история Бубу. Под вашим управлением окажутся знаменитые герои из каждой саги, включая Гоку, Гохана, Вегету, Пикило, Трансака и другие. Вы можете изучить грандиозную историю с самого начала и со всеми подробностями. Игра также порадует симуляцией полноценной жизни. Вам предстоит драться, рыбачить, есть, тренироваться и исследовать новые зоны, попадать в заварушки, а также заводить друзей среди героев вселенной. Познакомьтесь с историей Гоку и других воинов Z в подробном пересказе событий легендарной манги и аниме. Великие приключения ждут вас в Dragon Ball Z Kakarot. Перед вами классическая сказка в стиле аниме. Вы играете за героя по имени Оливер, который отправляется в путешествие по огромному красочному миру в надежде вернуть к жизни свою мать, ставшую жертвой трагической случайности. На своем пути герой повстречает множество опасностей, друзей и врагов. Но он не одинок, его верным спутником станут помощник колдуна и ожившая кукла Дриппи. Игра представляет из себя ролевую игру с уникальным визуальным стилем и музыкальным сопровождением от прославленного композитора Джохи Саси. Игра придется по вкусу любителям приключенческих игр жанра аниме и душевных историй. Пройдите путь заново и познакомьтесь с улучшенной версией легендарной игры. Игра по мотивам популярной манги и аниме-сериала One Punch Man, посвященная жизни отнюдь не рядового героя. Лысый Сейтаман обладает странной сверхспособностью убивать противников с одного удара. Никаких эпических сражений, красивых боев и пафосных речей. Один большой бдыщ и все. Теперь можно оторваться по полной, отправляя сражаться Сейтаму со всеми мыслимыми персонажами серии. В игре предусмотрены динамичные бои 3 на 3, дополненные событиями по мотивам оригинальных источников. Классичная система позволяет генерировать собственного персонажа с личным набором сил и способностей. Выбирайте аватар, сочиняйте предысторию или станьте одной из вариаций Сейтамы. Всего в игре более 20 персонажей на любой вкус, смешанных, странных и не всегда понятных. Неповторимый юмор вселенной One Punch Man нашло отражение в роликах и диалогах. Чтобы понять иронию оригинала, не обязательно смотреть сериал или читать мангу. Поэтому игра понравится даже тем, кто видит местный сеттинг в первый раз. Таков был очередной топ-10 сочных анимешек. Кто знает, как его дополнить, пишет мне об этом в комментариях. Кто поставил лайк, тот действительно крутой чел. Ну а с вами был Геймер, приятной вам игры и всего хорошего.